Губернатор Приморского края Олег Кожемяка провел встречу с участниками международных спортивных игр «Дети Азии». Он отметил, что для многих это первое международное событие, поэтому так важно посоревноваться с другими людьми, понять свои сильные и слабые стороны, в том числе осознать, что каждый из них способен побеждать. Старайтесь достойно выглядеть, выложиться полностью, приложить все свои знания и силы для того, чтобы достичь победы, для того, чтобы вы могли сказать, что да, труд, который вас вкладывал тренер, родители, ваш кропотливый упорный труд увенчался успехом, что вы можете находиться на одном уровне со сборными страны. Глава региона вручил благодарственные письма тренерам будущих чемпионов по различным видам спорта. Награды из рук губернатора получили призеры первенцы спартакиад России из Приморья. Также в качестве презента ребятам вручили книги писателя и путешественника Владимира Арсеньева. Как гласит один из девизов игр «Дети Азии – это начало побед», я уверен, что для многих из вас победы на 7-х международных спортивных играх «Дети Азии» станут началом ваших больших славных побед во имя чести своего региона, Приморского края, Российской Федерации. И мы не раз услышим вашу честь гимн Российской Федерации на международных соревнованиях. Команда Приморья на предстоящих играх будет самой многочисленной. На правах принимающей стороны в двух составах сборной края выступит 314 спортсменов. Они будут соперничать с представителями 12 стран и 7 субъектов России. Всего спортсмены разыграют 273 комплекта наград в 19 видах спорта. Анна Дьякова, новости на 8.